Добрый вечер. Вы смотрите «Вести Кабардино-Балкария» в студии Наталья Юсупова. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Результаты неплохие в учебе и в поведении наших детей. Все хорошо, только нам нужна новая школа. В Верхней Жемтале приступают к строительству нового образовательного учреждения. Залог детской безопасности. Дорожные инспекторы проверяют наличие автокресел для несовершеннолетних. Цена здоровья. Минздрав КБР внедряет новую систему информирования пациентов об услугах медстрахования. Обеспечение эффективной координации действий всех правоохранительных структур в борьбе с преступностью – ключевая задача. Сегодня состоялось заседание коллегии прокуратуры КБР по итогам 2014 года, рассказывает Беслан Суйдимов. В работе заседания принял участие заместитель генерального прокурора России Иван Сидорук. С докладом выступил прокурор Кабардино-Балкарии Олег Жариков. Обращаясь к участникам заседания, глава КБР Юрий Коков обозначил ряд основных задач, направленных на укрепление законности и обеспечение безопасности населения республики, отметив, что по результатам деятельности органов прокуратуры люди во многом судят о способности государства навести порядок, бороться с коррупцией, обеспечить верховенство закона, права и свободы граждан и, что крайне важно, реализацию основополагающего правового принципа неотвратимости наказания для тех, кто нарушил закон. За прошедший год органы прокуратуры работали активно, сделали многое, в непростой ситуации способствовали сохранению экономической и социальной стабильности в Кабардино-Балкарии. Юрий Коков поблагодарил прокурорский корпус за проделанную работу, за добросовестное выполнение служебных обязанностей. Вместе с тем, отметил глава Кабардино-Балкарии, деятельность прокуроров, как и в целом всех правоохранительных органов, вызывает еще немало нареканий в обществе. Обеспечение эффективной координации действий всех правоохранительных структур в борьбе с преступностью названа ключевой задачей прокуратуры республики. Несмотря на тенденцию снижения количества преступлений, криминальная обстановка в КБР остается сложной. Все еще велик удельный вес нераскрытых преступлений, не всегда соблюдаются нормы законов, касающихся приема и регистрации сообщений о преступлениях, а также сроках расследования уголовных дел. Прокуратуре Кабардино-Балкарии предстоит повысить эффективность надзора за соблюдением законодательства в сфере уголовного расследования. Именно на ней лежит большая часть ответственности за слаженную командную работу всей правоохранительной системы. Глава КБР высказался за повышенное внимание совместно с другими правоохранительными органами к анализу состояния преступности, прогнозированию тенденций ее развития. «Важно знать, — сказал Юрий Коков, — объективную картину состояния преступности в республике. Сегодня на первый план выходит правозащитная деятельность прокуратуры. О правах человека больше привыкли говорить, чем по-настоящему защищать эти права. В числе самых острых проблем, с которыми люди приходят в прокуратуру, нарушение трудовых и жилищных прав граждан. В прошлом году прокурорами выявлялись и устранялись нарушения законодательства о труде, социального законодательства, прежде всего по оплате труда и в сфере занятости. Вместе с тем, на 1 января текущего года суммарная задолженность по заработной плате у организаций и юридических лиц продолжает расти. Нужно строго, отметил Юрий Коков, следить за соблюдением трудового законодательства. Жесткую прокурорскую оценку должны получать факты задержки зарплаты и другие нарушения. Серьезное внимание необходимо уделить преступлениям в сфере экономики. При этом надо усилить контроль за целевым расходованием выделяемых федеральных и республиканских бюджетных средств. Более эффективной должна стать и работа по обеспечению свободы предпринимательства, по защите прав хозяйствующих субъектов. Недопустимо, когда, преследуя корыстные цели, бизнесменам, так сказать, перекрывают кислород. На такие случаи реакция прокуратуры должна быть жесткой и незамедлительной. Как подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию, необходимо максимально снять ограничения с бизнеса, избавить его от навязчивого надзора и контроля. Каждая проверка должна стать публичной. Надо, наконец, отказаться от самого принципа тотального бесконечного контроля. Отслеживать ситуацию нужно там, где действительно есть риски или признаки нарушений. Нельзя ослаблять контроль за организациями, которые оказывают социальные и образовательные услуги, услуги в области здравоохранения и других сферах. Одним из безусловных приоритетов остается борьба с коррупцией. Должны быть продолжены проверки законности использования государственного имущества, размещения государственных заказов, усилен контроль за соблюдением законов теми органами, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью, дознанием, предварительным следствием по уголовным делам, в том числе и о коррупционных преступлениях. Наконец, нужно активнее использовать предоставленные прокурорам полномочия по координации работы правоохранительных органов, в том числе борьбе с экстремизмом.
Думаю, никому не надо объяснять, насколько опасна сама природа экстремизма, насколько разрушительна его радикальная идеология. Не могу не затронуть еще один важный сегмент деятельности прокуратуры. Известно, что именно от прокуратуры зависит, насколько полно и аргументированно составлено обвинительное заключение. Поэтому одна из неотложных задач повышения эффективности деятельности прокуроров по поддержанию государственного обвинения в судах. Этот участок работы сегодня имеет серьезные недостатки. Нередки случаи, когда провал обвинения способствует безнаказанности лиц, виновных в нарушении закона. В результате все предшествующие усилия следователей и оперативных работников сводятся на нет, а зло остается ненаказанным. Задачи, стоящие сегодня перед прокуратурой, могут решить только квалифицированные кадры. Наделенные большими полномочиями, они должны отличаться безупречным поведением и высоким профессионализмом. Необходимо повысить качество отбора, подготовки и переподготовки сотрудников прокуратуры. Надо иметь стройную систему и резерв кадров. В условиях нашей республики должно обязательно учитываться пропорциональное представительство всех титульных народов, особенно в районном звене. К сожалению, в этом вопросе в прокуратуре в последние годы допущены перекосы. Надо исправлять такое положение. Юрий Коков выразил уверенность в том, что сотрудники прокуратуры КБР и впредь будут ответственно, с честью и достоинством исполнять свой профессиональный долг, активно содействовать укреплению стабильности, законности и правопорядка в Кабардино-Балкарской республике. В Верхней Жемтале приступают к строительству новой школы. Для села это долгожданное событие, ведь многие годы единственное в муниципалитете образовательное учреждение работает, по сути, в непригодных для обучения условиях. Тему продолжит Осман Казаков. Коридор служит учительской, а уроки физкультуры приходится проводить в обычных кабинетах и вместо бега и прыжков играть в шахматы. 170 школьников занимаются в две смены. В таких непростых условиях почти 20 лет существует Верхнежемталинская школа. Учебное заведение – это бывшие мастерские и санузлы, которые были переоборудованы в классы для детей. Мы стараемся поддерживать и порядок, и уют, чтобы у детей было желание учиться, приходить с желанием в эту школу. И самим учителям было комфортно. Мы сами для себя придумываем комфорт, создаем комфорт. Ну, работаем. Результаты неплохие в учебе и в поведении наших детей. Все хорошо, только нам нужна новая школа. С 2003 года школа официально признана аварийной. Эти кадры сняты год назад, и комментарии здесь излишни. В марте прошлого, 2014-го, здесь побывал глава Кабардино-Балкарии. Юрием Коковым было дано поручение Минстрою и Минобру найти возможность начать строительство нового учебного заведения. В середине января ветхое здание снесли. Строители расчищают площадку для будущей постройки. На строительстве задействованы наши местные ребята, которые без работы. Они зарабатывают здесь тоже. Ну, здесь основное сейчас перекладывают вот эти фундаментные блоки, чтобы не мешало начало строительства. Учителя рассказывают, что разговоры о возможном строительстве ходили много лет, но конкретные действия предпринимаются только сейчас. Когда к зданию подогнали тяжелую технику, вся школа, и преподаватели, и учащиеся стояли у окон, не веря собственным глазам. Тот период, который мы ждали, мы окупиться с лихвой, потому что в этой школе предусмотрено все, что необходимо современному ученику, и возможность реализовать свои силы и возможности нашим педагогическим работникам. На 1 сентября будущего учебного года мы уже ожидаем больше 200 детей, потому что только в первый класс у нас придет больше 20 учащихся. Заказчиком объекта является республиканский Минстрой. Ведомству удалось войти с проектом в федеральную целевую программу «Юг России». В ближайшее время будет начато строительство основного корпуса самой школы. Ориентировочной стоимости данного объекта 220 миллионов. То есть идет средства федеральные и частично софинансирование из бюджета Кабардино-Балкарской республики. Стандартная школа, имеется спортзал, имеется актовый зал, имеется столовая, кухня. То есть все необходимые помещения, все необходимые классы. Согласно плану строительства, работы по возведению школы в Верхней Жемтале должны быть завершены к концу этого года. Осман Казаков, Нуржан Кубади, Иван Зорко-Широков. Вести, Кабардино-Балкария.
Жители республики теперь смогут узнать, во сколько государство обходится та или иная бесплатная медицинская услуга, которую они получили в поликлиниках, больницах или диспансерах. Минздрав КБР внедряет соответствующую систему информирования пациентов, сообщила сегодня пресс-служба ведомства. Как отмечают авторы идеи, такая мера поможет гражданам получить объективное представление о затратах на лечение в рамках программы обязательного медстрахования и предупредить коррупцию в виде дополнительного вознаграждения врачам. Также это станет стимулом, чтобы в больницах и поликлиниках более дисциплинированно относились к учету услуг. От этого зависит дальнейшее планирование и эффективность расходов. Совместный приказ Минздрава и территориального фонда ОМС включает 54 медорганизации, которые по первому требованию обязаны предоставить пациенту справку о стоимости оказанных услуг. Ознакомиться с документом можно на сайте министерства. Республиканская госавтоинспекция сегодня провела рейд по выявлению нарушений по перевозке детей. Основное внимание уделили наличию в автомобилях специальных удерживающих устройств. В прошлом году в Кабардино-Балкарии в результате ДТП пострадали около 40 несовершеннолетних, ехавших на пассажирских местах. И в каждом втором случае в машине отсутствовало детское автокресло. С начала 2015 года ДТП, в которых пострадали дети-пассажиры, на территории республики не зарегистрировано. Однако работа по выявлению данного вида правонарушений ведется ежесуточно. Уже с начала года сотрудниками госавтоинспекции выявлено более 400 нарушений, связанных с правилами перевозки детей-пассажиров. Водителям вручили буклеты, где подробно объясняется необходимость использования ремней безопасности и специальных удерживающих устройств. По сведениям ГИБДД, в первой половине дня по республике выявлено свыше 50 нарушений перевозки детей. Нерадивым автомобилистам теперь грозит штраф в 3000 рублей. Год культуры эстафету передал. 2015 объявлен в России годом литературы. В честь этого события сегодня в 9-й Нальчикской школе провели торжественную встречу. Год литературы в городе Нальчике объявляется открытым. Были приглашены представители других образовательных учреждений города и депутаты парламента. Сценарий литературного вечера включал выступления ребят на сцене. Они цитировали отрывки из произведений классиков, а также соцопрос, тема которого – любят ли сегодняшние школьники стихи и какие именно. И я восхищена и горжусь тем, что наши дети могут учить и прозу. Мы рады, что именно мы открыли год литературы. Мы рады, что мы передали эстафету другим школам, потому что сегодня присутствовали абсолютно все школы города Нальчика. И надеемся, что этот год так и пройдет под эгидой чтения, творчества и литературы в целом. Завершилось мероприятие возле памятника Максиму Горькому. Школьники читали отрывки из его произведений, а потом запустили в небо воздушные шары. На Эльбрусе появилась памятная плита в честь знаменитой ингушской альпинистки Лейлы Албагачиевой, погибшей при восхождении осенью прошлого года, пишет «Комсомольская правда». Коллеги из Ингушетии и Северной Осетии установили доску на высоте 4200 метров в районе приюта 11. Автором идеи увековечить память спортсменки стал ее друг, альпинист Ахмед Точиев. Он и руководил всеми работами. В акции также участвовали восходители и инструкторы по горному туризму. Напомню, Лейла Албагачиева дважды поднималась на Эверест, побывала на вершинах Африки и Южной Америки, 12 раз покорила Эльбрус. Она не вышла на связь 22 сентября прошлого года в ходе очередного восхождения на высочайшую точку Европы. 3 октября тело спортсменки было найдено на высоте 5200. Лейла Албагачиева работала учителем русского языка в одном из сел Ингушетии. В Исламее состоялись соревнования среди школьников Баксанского района по армрестлингу. Турнир посвящен памяти следователя райотдела внутренних дел Альберта Шибзухова. И проводится он в 5-й раз. Шибзухов погиб в 2010-м при исполнении служебного долга. Капитан полиции сам занимался армрестлингом. Это его вид спорта. Он был чемпионом Волгоградской области, когда учился в Академии МВД. Чемпионом Волгоградской области по армрестлингу. Хотя у него были успехи по тяжелой атлетике, по вольной борьбе, но он любил армспорт. За золото боролись свыше 100 учеников из всех районных школ. По правилам, после двух поражений участник выбывал из гонки. Победителей среди юношей определили в 3 весовых категориях, среди девушек – в 2. Чемпионам и призерам соревнований вручили медали и грамоты. И
И последнее. МЧС распространило экстренное предупреждение. В горных районах республики сохраняется высокий уровень лавинной опасности. Кроме того, спасатели прогнозируют сегодняшней ночью сильный туман и осадки в виде дождя и мокрого снега. Будьте бдительны и осторожны. Это все новости на сегодня. Подробнее о погоде на завтра расскажет Зухра Пшихачева. Я же напомню, что наш сайт в интернете вести.кбр.ру. Всего вам доброго. Глазная клиника «Линар» имени академика Святослава Федорова. Нальчик, Пачева, 36. Офтальмология для всей семьи. Торговый центр «Офис и дом» – это огромный выбор офисной мебели российского импортного производства всех ценовых категорий. Наш адрес – улица Кирова, 294. Добрый вечер. Метеовести от ФОБОС. Регион находится вдали от фронтальных разделов, а потому погода по-прежнему устойчивая и теплая. В Зольском районе облачно, небольшая вероятность осадков, плюс 2. У подножия Эльбруса будет солнечно, в дневные часы до минус 5, ночью 15, мороза и снежок. Слабый северный ветер принесет снег и в Тырнау, здесь около нуля. Ночью при 0 градусов осадки также ожидаются в Оксане, Чегеме и Нарткале, ну а днем в пределах 3 тепла. Около этой отметки остановятся столбики термометров в Прохладненском и Майском районах. В Терском и Лискинском колебании температуры от минус 2 до плюс 3 и влажность высокая. Без существенных осадков и всего плюс 1 в Черекском районе. В Нальчике синоптики обещают 4 градуса выше 0, в отдельных районах возможен мокрый снег. Таковы метеовести. Всего доброго!